Приветствую всех любителей хоккея на телеканале Евроспорт Голд. И сейчас все самое интересное, что было прошедшей ночью в Национальной хоккейной лиге. Обзор матчей и, естественно, более подробно мы с вами поговорим о том, что происходило в матчах прошлой ночи. Отправляемся с вами в Эдмонтон, где команда Эдмонтон Ойлерс играла против команды Колорадо Эвеланш. И вот что интересного было в этом матче. Понятное дело, все внимание к Коннору Макдэвиду. Он сейчас один из лидеров в Национальной хоккейной лиге по заброшенным шайбам и голевым передачам. Естественно, к нему пристальное внимание. Ну а началось все для Ойлерс не самым лучшим образом. 26-я секунда первого периода, и Микко Рантанен на добивание отправляет шайбу в ворота. Натан Маккинон и Габриэль Ланденскок помогали Микко Рантанену отличиться в этой ситуации. Ну вот так вот, да, и у Колорадо есть, собственно, на кого обратить внимание. Естественно, это и Маккинон, это и Рантанен, это и Ландескок. Далее продолжает атаковать Колорадо. Они в первом периоде достаточно хорошо смотрелись, интересно, бежали вперед. И вот так Карл Содерберг делает счет в этом матче уже 2-0. И это 16-я минута первого периода. Отправляемся во вторую 20-минутку, и идет 6-я минута второго периода. Команда Колорадо Эвеланш в большинстве, и Александр Керфут реализует численное преимущество. Казалось бы, уже Телбот все сделал и сумел забрать шайбу, но нет, каким-то образом она туда все-таки проваливается за линию ворот. Вот давайте еще раз смотреть этот эпизод. Вот, пожалуйста, откуда-то она там вываливается и падает уже в ворота. А после этого Телбот отправляется на скамейку запасных, а его место занимает Микко Коскинен. Но и он свои ворота в неприкосновенности отстоять не смог. В середине второго периода шайба в его ворота вылетает. Тайсон Берри отличился, и 4-0 становится счет в этом матче в пользу команды Колорадо Эвеланш. Еще раз смотрим мы этот эпизод. Здорово здесь и Рантанен с Маккинноном сыграли. Сделали все для того, чтобы Тайсон Берри отличился. Одна из немногих атак Ойлерс, но Семен Варламов, вратарь команды Колорадо Эвеланш, в этом эпизоде выручает. Однако в середине третьего периода все-таки Ойлерс забросили одну шайбу, реализовав... уже вышел на площадку пятый полевой игрок, тогда как Тайра Ти сделал счет в этом матче 4-1. Адам Ларсон и Милан Лучич ему в этом помогали. Побежали хоккеисты Ойлерс вперед. Драйзайтель, Макдэвид великолепную, как обычно, разыгрывают комбинацию, но Семен Варламов в этом эпизоде выручает. И таким образом команда Колорадо Эвеланш одерживает победу в этом матче 4-1. Статистика на ваших экранах. Эвеланш реализовали одно большинство из двух попыток. Ойлерс не смогли реализовать ни одного большинства в этом матче. Идем с вами дальше. Отправляемся в Сан-Хосе, где местная команда Sharks принимала Flames. И вот что интересного было в этом матче. Показывает нам Эвандера Кейна. Ну, один из лидеров, да, один на того, на кого рассчитывают в Sharks в этом сезоне. И Эвандер Кейн начинает просто великолепно. Забрасывает он шайбу уже на первой минуте первого периода. Ну а Джо Павелски-то какую передачу здесь выдал на Кейна, и тот отправил шайбу в ворота. Калгари отвечает. Очень хорошая комбинация, но летит выше ворот шайба. Еще один бросок, но нет, вновь мимо. Второй период, и вновь он неудачный для команды Калгари Флеймс. Йонас Донской делает счет в этом матче 2-0. Это вторая минута второго периода. Очень здорово там за воротами Эвандер Кейн ждал своего партнера, когда тот откроется, получил передачу и отправил шайбу точно в цель. И здесь Майк Смит ничего сделать уже не мог.
И все-таки одну шайбу команда Calgary Flames отыгрывает. Ошибаются хоккеисты. А Сан-Хосе, потеряна шайба. И Шон Монахан. Лучик надежды зажигает в глазах команды Calgary Flames, потому как счет-то становится 2-1. До минимума сокращают отставание огоньки, но, увы, момент у команды Сан-Хосе Шаркс. Но как здорово сыграл здесь Майк Смит. Еще раз смотрим его сейв. Ну вот третий период начинается. Очень много интересного было. Калгари много атаковал. Сан-Хосе тоже контратаковали. Но вратари действовали выше всяких похвал. И до определенного момента не пропускали. Вот еще один эпизод. Здесь уже Майк Смит выручает своих партнеров. А это атака команды Калгари. И нет, нет, нет. Мартин Джонс выручает свою команду. И даже Булит не смог здесь ничего сделать. Вновь Сэм Беннет против Мартина Джонса. Ну а когда уже оставалось времени не так много до конца, когда тренерский штаб команды Calgary Flames заменил вратаря на шестого полевого, но ничего опять-таки не получилось. А мы наблюдаем еще один великолепный сейв в исполнении Мартина Джонса. Вот они, последние секунды третьего периода. Замена вратаря на шестого полевого. Ну и вот, пожалуйста, здесь сейчас решается вопрос, что же в итоге было. Вот давайте смотреть. Еще раз этот эпизод. Шайба отправляется за пределы площадки. И удаление. Удаление в составе команды Сан-Хосе Шаркс. Но никоим образом здесь уже ни на что это повлиять не смогло. В пустые ворота команда Калгари пропускает третью шайбу в этом матче. Джо Павелски забросил ее. И таким образом 3-1 команда Сан-Хосе Шаркс одерживает победу в этом матче. Ну а на вашем экране статистика. У Calgary Flames не было ни одного большинства. Вот так вот здорово акулы сыграли в этом матче, ни разу не нарушив правила. Идем с вами дальше, отправляемся в Сент-Луис, где команда Blues принимала Миннесота Уайлд. И вот что интересного было в этой встрече. Ну а началось все с атак команды Сент-Луис и великолепных сейвов в исполнении Дэвиана Дубника. Вот как в этом, например, эпизоде после броска Райана О'Райли шайба не попадает в ворота. Еще один момент, и вновь Дэвиан Дубник выручает своих партнеров. Казалось бы, ты уже и шайбе здесь некуда деться, но нет, в ворота она не попадает. Но это атака Миннесоты, великолепный момент, и Чак Джонсон выручает своих партнеров в этой ситуации. Посмотрите, как здорово сыграл Чак Джонсон. И даже не поймал он эту шайбу, но в ворота она не попадает. Последняя минута первого периода. И Оскар Сунквист, игрок команды Сент-Луис, открывает счет в этом матче. И блюзмены выходят вперед 1-0. Недолго горевали по этому поводу хоккеисты Миннесоты. Момент, перекладина, а далее на добивание Зак Паризе, самый расторопный, и он отправляет шайбу в ворот. Таким образом, Миннесота сравнивает счет в этом матче 1-1, а это всего лишь вторая минута второго периода. Еще один момент. Ошибаются хоккеисты Сент-Луиса. И Джоэль Эриксон отправляет вторую шайбу в ворота блюзменов. И таким образом Миннесота выходит вперед в этом матче 2-1. А вот так вот за менее чем 30 секунд команда Миннесота делает счет уже 2-1 в свою пользу. А это великолепнейший бросок Алекса Пьетранджело. И 2-2. Это всего лишь середина второго периода. Ну а все в этой встрече решилось в третьем периоде. Обороняются хоккеисты Blues, но Микаэль Гранлунд наносит великолепный бросок. Нашел он момент для этого самого броска и точно в цель. 3-2 команда Миннесота
забрасывают шайбу и вновь выходят вперед в этой встрече. Но, однако, здесь уже Сент-Луису не хватило. Не знаю, сил или возможностей, но отыграться не смогли. Хотя, опять-таки, моменты были. Ну, а здесь Фолиньо блокирует бросок игрока Сент-Луиса. Ценой травмы тут же отправляется в раздевалку. Это последние секунды, моменты. Девиан Дубник в очередной раз выручает свою команду. Посмотрите, как он это делает. Фантастический сейф в исполнении Девиана Дубника. И звучит сирена в тот момент, когда Сент-Луис продолжал атаковать. И вновь Девиан Дубник выручает своих партнеров. 3-2 Миннесота одерживает тяжелейшую победу в матче. Статистика на ваших экранах. Команде Миннесота Уайлд понадобилось всего лишь 18 бросков в этом матче для того, чтобы одержать победу. И ни одна из команд не реализовала в этой игре численного преимущества. Отправляемся в Вашингтон, где команда Вашингтон Кэпитал сыграла против Койотов из Аризоны. И вот что интересного было в этом матче. В концовке первого периода Винс Хинастроза открывает счет в этой встрече. И делает это Аризона в большинстве, что большая редкость. Да, открою вам небольшую тайну. Дело в том, что Койоты в этом сезоне в меньшинстве забросили шайб больше, чем в большинстве. Вот такая вот аномалия. Не знаю, с чем это связано, но в меньшинстве у Аризоны получается намного, намного лучше. Ну а если говорить про этот матч, то вот в этом матче две шайбы хоккеисты Аризоны забросили, находясь в большинстве. Все-таки стараются они и в большинстве тоже действовать чуть-чуть более лучше, чем это у них получалось вот до этого матча. Вашингтон бросается отыгрываться, но Дарси Кемпер в этой ситуации выручает свою команду. Второй период, середина, момент, и Алекс Гальчинюк, прошу прощения, нет, это было Рихард Паник, делает счет в этом матче 2-0. В контратаку убегают хоккеисты Аризоны и отправляют шайбу в ворота. 2-0. Однако менее чем через минуту команда Вашингтон Кэпиталс отыгрывает одну шайбу. Великолепная передача Александра Овечкина на Николаса Бэкстрема. И тот сокращает отставание в счете до минимума. 1-2. И казалось бы, вот сейчас Вашингтон перехватит инициативу, побежит забрасывать и счет сравняет. Однако это было совершенно не так, потому как через буквально 2 минуты Алекс Гальчинюк в большинстве вновь делает счет в этом матче. Разницу в две шайбы. 3-1. 3-1 Аризона впереди. Еще раз смотрим мы этот эпизод. Справляется Брейден Холд с первым броском, а вот со вторым вот Алекса Гальчинюка на добивании справиться ему не удается. Третий период. Вашингтон бежит вперед, команда бежит отыгрываться, создают момент у ворот Аризоны, но Дарси Кемпер больше не пропускал в этой встрече. Великолепный момент у Коннелли, но нет, шайба не проходит в ворота. Вот таким вот образом успевает ее остановить Дарси Кемпер. По-прежнему 3-1. Еще один момент. Ларс Эллер, он здесь на добивании, но вновь не удается обыграть вратаря Аризоны. Ну а в самой концовочке Дерек Степан уже в пустые ворота отправляет шайбу, и Аризона одерживает победу в этом матче 4-1. И как ни старались хоккеисты Вашингтона, больше они в этой встрече забросить шайб не смогли. Ну, равно как и Аризона. Победа Койотов в этой встрече 4-1. И Дарси Кемпер принимает поздравления от своих партнеров. Статистика на ваших экранах. Койоты из 6 попыток большинства реализовали 2, при этом всего лишь 22 броска было нанесено в створ ворот Вашингтона.
Ну а мы возвращаемся на площадки Национальной хоккейной лиги и будем сейчас с вами наблюдать, что же интересно происходило еще в прошлой ночи в НХЛ. Далее отправляемся в Виннипег, где местная команда Jets играла против Нью-Джерси Девилс. Мы вот видели, как бы повезло болельщице, которая получила клюшку от Блейка Уиллера, который вот таким образом поблагодарил, наверное, ее за преданность клубу. Джек Рославич уже на 4-й минуте открывает счет в этом матче. И 1-0 Jets впереди. Великолепный бросок получился у игрока Виннипег Jets. И 1-0. А это Марк Шайфли. И он делает счет в этом матче 2-0. 29 секунд понадобилось всего лишь команде Виннипег Jets, чтобы забросить вторую шайбу в этой встрече. Ну, кстати, стоит отметить, что в составе команды Нью-Джерси Девилс дебютировал Егор Яковлев, игрок из России. Правда, особо ничем, наверное, он не запомнился в этом матче. Дьяволы бросаются отыгрываться, и Брент Сенни одну шайбу отыгрывает, и 2-1. Виннипег по-прежнему впереди в этом матче. Второй период начинается с того, что Марк Шайфли делает счет в этом матче 3-1. Это была третья минута второго периода. Таким образом, Марк Шайфли делает дубль в этой встрече. 3-1. Jets впереди. Однако через две минуты Блейк Коулман сокращает отставание в счете. 3-2. Дьяволы по-прежнему не сдаются и пытаются отыграться в этой встрече. Но через 4 минуты Николай Эллерс делает счет в матче вновь. Разницу в две шайбы, хотя до этого была атака у команды Нью-Джерси Девилс. Но вот здесь не очень хорошо против лидера Джетса сыграли, поэтому возникает небольшая потасовка. Вот, видимо, этот эпизод попадает еще здесь и под силовой, собственно говоря, игрок команды Нью-Джерси Девилс Боул. И вот после этого потасовка возникает, но 5-5, и Николай Эллерс делает счет в матче 4-2. Через 5 минут Мэтью Перро делает счет в этом матче 5-2. И у команды Нью-Джерси Девилса никаких шансов на спасение. Хотя, казалось бы, да, еще полтора периода играть командам. Дьяволы пытались изменить эту ситуацию. Бросали даже больше, чем хоккеисты команды Виннипег Джетс. Но шайба просто как заколдованная не шла в ворота. А где-то и Конора Халибайк творил просто чудеса. Ну вот, например, как в этом эпизоде, когда Тейлор Холл пытался дважды протолкнуть в ворота Виннипега шайбу, но сделать этого ему не удалось. Третий период и все самое интересное, что происходило в третьей 20-минутке. Виннипег продолжал контролировать ситуацию. Виннипег больше владел шайбой, но заброшенных шайб в третьей 20-минутке больше уже не было. Таким образом, команда Виннипег Джетс все-таки одерживает победу в этой встрече 5-2. Статистика на ваших экранах. Дьяволы несли 36 бросков в створ ворот Виннипега. У Джетс таких бросков набралось 28. При этом ни одна из команд не реализовала численное преимущество в этой встрече. Ну а мы идем с вами дальше. Отправляемся в солнечную Флориду, где местная команда Пантер сыграла против Сенаторов из Оттавы. Евгений Додонов на ваших экранах. Один из лидеров команды Флорида Пантерс, который в 10 матчах подряд набирает результативные баллы за заброшенные шайбы и голевые передачи. И забегая чуть вперед, скажу, что и в этой встрече Додонов свою серию продолжил. И теперь она уже составляет 11 матчей с набранными очками. Вот так вот Александр Барков сравнивает счет в этом матче. Произошло это в начале второго периода, когда команда Флорида Пантерс забросила шайбу, а до этого Райан Дингел в большинстве у Оттавы забросил шайбу, и таким образом ничья 1-1. Вот сейчас как раз мы увидим эту заброшенную шайбу, и Пантеры сравнивают счет. Кстати, Майк Хоффман продолжает свою серию. Вот видите, вы сейчас 12 матчей подряд Хоффман набирает очки, и остался всего лишь один матч до повторения рекорда Павла Буре, который в 13
15 играх подряд также набирал результативные баллы. А это Джонатан Юбердо. Но не везет ему в этой ситуации. Там еще и нарушение правил было. Но вот здесь уже все. Безо всяких. Юбердо реализует численное преимущество. И счет в этом матче становится 2-1 в пользу команды Флорида Пантерс. Майк Маккена, кстати, защищал ворота у Оттавы. Но остановить Пантер ему в этой встрече не удалось. Дюшейн двухходовочка. Но Джеймс Раймер выручает своих партнеров. Посмотрите, как здорово Раймер сыграл клюшкой в этой ситуации и таким образом отбивает он эту шайбу. А это еще один момент. Пантеры и Барков делают дубль в этой встрече. 3-1. To stay up on the blue line, try and take a whack away at the puck when you've got a guy like Barkov coming at you. Еще раз видим, как Александр Барков забрасывает шайбу. Но и это еще не все, потому как через минуту 6 секунд Трой Брауэр делает счет в этом матче 4-1 в пользу Пантер. И такое ощущение, что разваливаются Сенаторы буквально на глазах, потому что в обороне творится полнейший бардак, потому как через 2 минуты после Брауэра Фрэнк Ватрана делает счет в этом матче 5-1. Получается, что за 3 минуты 14 секунд команда Флорида Пантерс отправляет ворота Оттавы 3 шайбы подряд. И третий период в этой встрече становится, ну, буквально простой формальностью. Пытаются Сенаторы что-либо изменить, но ничего у них не получается, потому как Джеймс Раймер был великолепен в этой встрече и не позволил больше Сенаторам забросить, вот равно как кроме одной единственной шайбы в конце первого периода. И победа команды Флорида в этой встрече 5-1. Отправляемся в Бостон, где команда Boston Bruins играла против Vegas Golden Knights. Ярослав Галок на ваших экранах. Ну и вот посмотрим, как сегодня, что сегодня получилось у Галока и сможет ли он отойти от недавних поражений, разгромных счетов, когда Бостон действительно проиграл, да, Торонто. 5-8 был счет в этой встрече. Но вот в этом матче Бостон очень здорово начинает. И уже на третьей минуте Дентон Хайнен открывает счет в этой встрече. И 1-0 Бостон выходит вперед в этой встрече. Little chip and chase, Reeves stumbles. Here's Hunt, Bemidji State product. Середина практически периода Вегаса. В большинстве момента создают хоккеисты Вегаса, но Ярослав Галок на месте и забирает на шайбу так, чтобы без отскоков. А здесь момент был очень хороший. Посмотрите, под бросок была подставлена клюшка, и шайба изменила траекторию полета. О-хо-хо-хо! Джереми Лозон делает счет в этом матче 2-0. А вот что делал в этой ситуации Малкольм Субен, вратарь команды Vegas Golden Knights, совершенно непонятно. Пытался он остановить шайбу, но получилось это не самым лучшим образом. Таким, да, такой ситуацией счет становится 2-0 в этом матче. А вот так вот счет становится уже 3-0. Это первая минута второго периода, и Бостон делает уже заявку на победу в этой встрече. Брэд Маршин отправляет шайбу в ворота, и 3-0 команда Boston Bruins впереди в этой встрече. В середине второго периода все-таки Вегасу удается размочить ворота команды Boston Bruins. Коди Икин это делает. Алекс Так на его счету. Передача и 3-1. Казалось бы, вот сейчас у Вегаса есть возможность попытаться догнать Бостона в этом матче. Но, увы, этого сделать так и не удалось. Бостон продолжал атаковать. Ну, а Ярослав Галок продолжал творить чудеса в этом матче, но не в этом эпизоде. Момент сейчас в исполнении команды Бостона Брюнс, но шайба ворота не попадает. Еще одна возможность, а мы смотрим предыдущий эпизод, когда Бостон проводил атаку и... Смотрим этот момент. В перекладину попадает шайба, но не в ворота.
Третий период, и начинается он с атак команды Вегаса Golden Knights, но Ярослав Гала, как мы уже говорили, больше в этом матче пропускать не собирался, и в очередной раз она выручает своих партнеров в очень сложной ситуации. А это Дэвид Пастерняк. И реализует он численное преимущество своей команды 5-3. Таким образом ставит окончательную точку в этом матче. 4-1 Бостон Брюинс одерживает победу. Статистика на ваших экранах. У Бостона было 7 раз численное преимущество, но из 7 попыток Бостон реализовал всего лишь одну, а вот Вегас ни одной попытки в этом матче не реализовал. Три звезды прошедшего игрового дня, и первой звездой становится Дарси Кемпер, вратарь Аризоны, который справился со всеми бросками. Второй звездой прошедшего игрового дня становится Александр Барков из Флориды, и первой звездой прошедшего игрового дня становится Марк Шайфли. На его счету 2 заброшенные шайбы и 1 голевая передача в победном матче против команды Нью-Джерси. Ну а теперь лучшие моменты прошедшего игрового дня. Смотрите и наслаждайтесь. And the Wild hang on and win 3-2.